Первые шаги в бизнесе всегда самые сложные. На этом этапе обычно нет ничего, кроме идеи и желания самореализоваться. На помощь начинающим предпринимателям год назад пришел проект «Бизнес на связях». В его основу легла одна простая идея. Бизнес намного проще построить в коллаборации. Проект «Бизнес на связях», который создан был нами специально для того, чтобы в городе предприниматели, либо люди, которые хотят стать предпринимателями, находили возможность полезных знакомств друг с другом, качественного общения, и тем самым быстрее и интереснее продвигали свой бизнес. Мы сами это создали на своем опыте, мы увидели, что действительно это расширяет и объединяет бизнесы и усиливает их продвижение. А потом мы тоже начали ездить в разных московских уже учреждениях каких-то крупных, и на самом деле это сейчас веяние, и мы, видимо, идем ногу со временем, и это очень радует. Проект стал отправной точкой для многих предпринимателей, причем направления совершенно разные. От зрелого бизнеса, нуждающегося в свежих идеях, до стартапов, от крупных производств до хобби, приносящих выгоду. Объединяет этих людей желание развить свой малый бизнес. За год существования проекта многим это удалось. Это привлекает, конечно, клиентов. Мы получаем очень большой отклик и рекомендации. То есть по городу мы за год стали очень известны благодаря вот «Бизнес на связи» и вот такой вот форме продвижения. Бизнес-знакомства кому-то помогают найти деловых партнеров, кому-то сэкономить на аренде или раскрутке своего продукта или услуги. На начальном этапе создания своего дела важен каждый сбереженный рубль. Клиенты, они покупают же не только что-то одно, у них есть несколько потребностей, поэтому это помогает объединяться в партнерство, какие-то, может быть, визитки обмениваются, да, там, в офис класть, да, можно какие-то мероприятия совместные организовывать, где будет, ну, клиент один и тот же, грубо говоря, да, то есть он может узнать на одном мероприятии сразу о нескольких мест, где он может приобрести свои товары и услуги. Такие площадки действительно помогают найти новые партнерства, самореализовываться, новые возможности, то есть, как говорится, создавать свою музыку самому. Бизнес на связях не только знакомит предпринимателей, но и учит их оптимизировать работу. Последнее веяние – продвижение своего продукта через социальные сети. Минимум вложений – максимальный охват. Ну и, конечно, в совместных тренингах рождаются новые идеи. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.